Знаете, в одном из псалмов псалмопевец обращается к народу израильскому и говорит такие слова: Если бы не Господь да скажет Израиль, и потом идет такой длинный перечень, что было бы с ними, если бы не Господь. Друзья, я думаю, к нам сегодня это тоже очень хорошо относится. Если бы не Господь сегодня простер свою руку милости для нас, если бы не Господь сегодня оказал нам свою любовь, если бы не Господь сегодня позаботился о нас то что было бы с нами? Я думаю, мы каждый можем посмотреть на свою жизнь и дать себе правильный ответ. Правильный ответ. И сказать, слава тебе, Господи, что ты действительно обо мне позаботился. Знаете, я хочу прочитать одно место Писания. У нас сегодня служение, когда мы будем вспоминать страдания нашего Господа. Вспоминать события, которые были, которые происходили я хочу прочитать одно место Писания и поразмышлять немножко о нем. У кого есть Библии, пожалуйста, это будет Иоанна, 13 глава. И я буду читать с 13 стиха. Иоанна 13:13. 13. Христос обращается к ученикам своим и говорит, «Вы называете меня учителями Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истина говорю вам, раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего Его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Знаете, это продолжение истории, я прочитал сейчас. Мы все прекрасно помним тот момент, когда написано, что Христос... Снял с себя верхнюю одежду, припоясался полотенцем, взял это сосуд этот с водой и начал умывать ноги своим ученикам. Когда он подошел к Петру, Петр, мы знаем, такой горячий человек, Петр говорит: "Вовек моих ног не умоешь". Христос говорит: "Если я тебе не умою ноги, то ты не имеешь счастья со мной". Петр меняет быстро свой, знаете, свой стейтмент, который он сказал. Он Его просто мгновение меняет, говорит, Господи, тогда омывай меня. И руки, и ноги, и голову омывай. Христос говорит, очищенному. Нужно только ноги омыть. И говорит, и вы чисты. Чисты через Слово Мое. И знаете, Петр соглашается на, 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 на вот это. Петр соглашается. Знаете, я так читал, читал, именно хотел поставить себе как бы выстроить таймлайн, что когда происходило во время вечери, когда вот собран был Христос, когда были собраны ученики, и знаете, я так пособирал ее немножко по, по, по частям, что где происходило, какая последовательность вообще была, и у меня очень интересное такое сформировалось такое понятие или или как событие за событие, очень интересная цепочка как сплелась. И знаете, я бы хотел прочитать. Еще пару мест Писаний. Это будет Луки, 22 глава, 8 стих. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: Пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Мы знаем, что Христос призывает двух учеников Своих, Петра и Иоанна, говорит: Идите и приготовьте нам комнату. Они говорят, где приготовить? Он говорит: пойдете туда-то, туда-то увидите человека, подойдете к этому человеку, скажете ему, так говорит Господь, так говорит Учитель, где велишь нам приготовить вот эту, вот, вот эту горничную или эту комнату, и Он вам покажет где. И знаете, эти два ученика, они пошли, и оно так и произошло. И они приготовили эту комнату. И когда пришло время, они пришли, Христос пришел с учениками в эту комнату. И Христос, обращаясь к ним, сказал им в 15 стихе, и сказал им, я очень желал, я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Собрались они все вместе, и Христос обращается к ним, говорит, я очень хотел, я очень хотел, чтобы вот эта вот встреча, чтобы вот эта вот, чтобы вот эта Пасха, чтобы мы ее вместе провели. Знаете, я, я как бы задал себе вопрос, ну хорошо, если бы, допустим, я знал, что мне надо завтра умирать, а сегодня я собираю всех своих друзей, что бы я им говорил? Я бы не говорил наверняка какие-то пустые слова, я бы не говорил что-то выдуманное. Вполне возможно, что я бы говорил что-то очень существенное, очень важное, очень такое, что, что может поменяло бы чью-то жизнь. И знаете, и Христос к ней обращается и говорит, я очень сильно хотел, очень сильно хотел вот это время провести с вами. И знаете, очень интересный момент, который мы можем прочитать из Яна Я просто сейчас прочитаю немножко список из того, что Христос, о чем Христос говорил во время, во время этой вечери. Первое, что мы знаем, Он взял хлеб и вино. Он благословил их. Он преподал им вот это вот, как, как правильно принимать кровь, принимать тело, чтобы иметь жизнь. Это был первый момент, который Он как бы, при, как бы он показал им. Второй момент, Он умыл им ноги. Он показал в омовении ног что-то очень большое. Третий момент, Он раскрыл замысел Иуды или планы Иуды на вечере были открыты, сердце Иуды на вечере, оно открылось. Написано, что нет ничего скрытого или тайного, что не сделалось бы явным. Вот это планы и замыслы Иуды, они были открыты на вечере. Дальше что он сделал? Новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Христос дает новую заповедь ученикам своим на вечере. Дальше он предсказывает или говорит о том, что будет Петр дальше делать? Хотя Петр и в это и не поверил на тот момент, но Христос, видя наперед, он сказал, что будет предательство Петра. Дальше в доме моего обителей много. Помните, помните такое место, где Христос обращается и говорит, что веруйте в меня. Говорит, в доме моем обителей много. А если бы не так, я бы сказал, что я пойду и приготовлю место. И это все происходило на вечере. Это все Христос говорил на вечере. Следующее место, о котором, или следующий момент, о котором Христос предсказывал на вечере, это было сошествие Духа Святого. Истинная лоза, я истинная лоза, а отец мой виноградарь. Знакомое нам место Писания, правильно? Это тоже было на вечере сказано. Это тоже было сказано на вечере. И знаете, и такая нам всем знакомая, очень существенная, с очень глубоким смыслом первосвященническая молитва Иисуса Христа. Она тоже была сказана на вечере. И знаете, я так себе рисую эту картину и смотрю. Христос говорит, я очень сильно хотел быть с вами, чтобы провести это время. У Него еще очень много, что оставалось сказать им. И Он им сказал. Но знаете, один момент, на что бы я еще хотел бы обратить внимание – когда Христос сказал им, что я очень хотел быть с вами, чтобы провести вот это служение, чтобы показать вам, сказать, рассказать вам. Но знаете, Луки 22 глава говорит очень такой интересный момент в 24 стихе. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Кажется, ученики, вашему учителю, Христу, завтра в это время он уже будет на кресте. Ученики, вы находитесь на вечере. О чем вы размышляете? И написано конкретно, что между ними был спор, кто из них будет больше. И я себе так представляю эту картину, я себе представляю этот момент. Христос видел, что происходит с его учениками. Христос понимал, что происходит с его учениками. Он видел их сердце. Он видел и знал, кто на какое место в его царстве метит. И я думаю, вот этот момент, когда Христос его увидел, когда Христос, как бы понимая, что происходит в сердцах учеников, когда они делят царство между собой, я думаю, это был тот момент, когда он снял себе верхнюю одежду, когда он подошел и когда он начал им умывать ноги, когда он начал им преподавать что-то новое, когда он им, знаете, начал говорить что-то новое. И он говорит такие слова. Он же сказал им, цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне отец мой царство. Знаете, Христос конкретно обращается к ученикам. Видя их внутреннюю проблему, видя их внутреннее стремление, может быть, захватить себе где-то место в Царстве, занять какое-то какое видное положение, Он обращается и к ним, знаете, говорит, такая система, такая схема Царства, она у тех, кто царствует в этом мире. Говорит, но среди нас, среди вас, да не будет такого. Тот, кто хочет из вас быть большим, пускай служит. Тот, кто хочет из вас, больше благословения, служи. И знаете, и Христос преподал им вот эту новую, такую, можно сказать, новое учение. И я так размышляю в себе, для чего оно надо? А знаете, для чего? А для того, чтобы я смирялся. А для того, чтобы я мог смириться. В этом служении Бог мне дает возможность смириться перед моим братом. Бог в этом служении дает мне возможность проявить свою любовь к брату. Через это служение, когда я преклоняю свои колени перед братом своим и говорю, что я тебе мою ноги, по примеру Иисуса Христа, как Он когда-то сделал это ученикам. Через это Бог дает мне возможность, если у меня даже где-то есть какая-то гордыня или что-то, чтобы как-то возвеличиться над кем-то, Бог дает мне возможность это дело просто как бы найти в своем характере поменять. И, друзья, я бы сегодня хотел как бы обратиться ко всем к нам. Это будет то служение, которое мы сейчас будем совершать. Мы никого на него не толкаем, мы никого не это самое, как не прессуем ни в, каких, ни в каких формах. Но священное Писание остается священным Писанием. Христос показал пример и говорит, что если я мыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу. Почему? А потому что это заповедь. А написано, что если любите меня, соблюдите заповеди мои. Если хотите благословения, смиряйтесь, потому что Бог гордым противится, а смиренным Он дает благодать. И мы это видим на страницах Священного Писания. Опять и опять и опять. То, друзья, давайте, когда мы, пойдем, когда мы войдем в это служение, когда мы преклоним свои колени перед своим братом или сестрой, пусть Бог благословит нас, чтобы мы сделали это от всего сердца, чтобы мы искренне омыли ноги, чтобы мы не как бы не выставлялись, я что ему кто-то важный там или еще кто-то. Не, чтобы мы послужили. Чтобы мы послужили. Христос тот, кто создал всю вселенную, тот, кто создал звезды, моря, океаны, рыбы, птицы и, и, и все остальное и нас с вами. Тот, кто знает всякие маленькие перемены в природе, тот, кто знает и понимает, как все работает, тот, кто в своем великом могуществе написано, что он он землю держит в своей руке. Написано, что или, или в другом месте, что земля как подножие ног его. Насколько он великий, насколько он могуществен. И знаете, и он не посмотрел на это. Он просто это оставил. Он склонился перед Петром. Он склонился перед Иудой. Он склонился перед учениками, перед своим. И потом сказал, что я между вами, как служащий. Я между вами служу то пускай Бог поможет. Когда мы сейчас пойдем, братья пойдут в каменный зал, сестры пойдут в ту комнату, куда всегда ходят. Чтобы это сделать от всего сердца. Друзья, в этом есть благословение, потому что это и заповедь Господня. Пускай Бог благословит каждого из нас. А Бог